Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. У нас обновился сайт программы Тепло Диджитал. Если кто не в курсе, это программа технологической поддержки НКО. И я решил отметить это дело новым скринкастом. Вообще Теплица является официальным партнером Техсуп в России. То есть именно Теплица определяет, кто может подавать заявки, например, на получение Google Grants или подключение к G Suite. И конечной точкой нашего сегодняшнего видео будет именно получение токена для регистрации в Google Grants или G Suite. Но в процессе я расскажу, как получать и другие продукты от партнеров-доноров, а их тут много. Начинается все, конечно, с регистрации, если вы еще не зарегистрированы. Имейл, а лучше какой-то корпоративный, с личными бывают серьезные проблемы в случае ухода человека из организации, пароль, подтверждение, имя, фамилия, я согласен, я не робот, далее. Направление деятельности организации. Цели задачи. Выбирайте максимально близкое. Годовой бюджет нужно указывать и указывать максимально правдиво. Информация останется конфиденциальной. Ну и дальше стандартные поля. Можете нажимать на значок вопроса по меньшей мере, чтобы узнать, какие поля нужно заполнять латиницей, какие кириллицей. Ну я думаю, любой НКО знает, как заполнять подобные формы. Тут все стандартно. Что-то системе не понравилось, цифры и email такой уже есть. Ну да, это я создавал уже тестовый аккаунт на этот email. Правило логичное, один аккаунт, один email. А в сумме, вероятно, ей не понравился пробел. Ну да, все заработало. И тут нужно добавить необходимые документы. ИНН, ОГРН, устав. Можно это сделать позже, но пока вы не загрузите документы, процесс регистрации не начнется. Поддерживает практически все форматы, но чаще всего документы у вас хранятся в PDF. Тут у вас будет три разных документа, я добавлю один и тот же. Готово. Все, теперь вам остается ждать 5-7 дней или меньше. И периодически проверять почтовый ящик в ожидании вот такого письма. У меня, кстати, оно попало в промо-акции, а все остальные приходили в несортированной. Тоже имейте в виду. Здравствуйте, мы завершили проверку. Все, работайте. Работаем. Теперь вы уже заходите как зарегистрированный пользователь. Тут информация о вашем аккаунте. И дальше вы, как в обычном интернет-магазине, можете заказывать продукты, но только с существенной скидкой. А вот, например, Bitdefender. Я делал о нем скринкаст, весьма качественный антивирус. А вот ваша корзина. Что-то можно удалить. Это я раньше заказывал еще один продукт. Все. Проверить и complete request. Спасибо, говорит, что разместили запрос. На почту придет письмо с информацией о заказе, и тут есть такая ссылка, не совсем приметная, но важная. Нужно заполнить реквизиты организации, чтобы Тепло Диджитал сформировала договор и выставила счет. И после его оплаты вы получите продукт, ну то есть серийный номер, ключ авторизации или что там требуется. Тут нужно указать номер заказа, это вот отсюда. Дальше опять стандартно, согласен, отправить, ну и все. Это что касается большей части продуктов, теперь про G Suite и Google Grants. В данном случае вам нужен токен, ключ валидации. Он находится вот здесь, в информации об аккаунте. По понятным причинам я его замазал, но это вот тут. Вы заходите на страницу Google Grants. Еще раз напомню, что почтовый ящик лучше использовать корпоративный, не личный. Вот здесь вводите ключ валидации из вашего аккаунта на Тепло Диджитал. И после повторной проверки уже от Google вам доступны 10 тысяч долларов в месяц на рекламу в поисковой системе, доступ к G Suite и несколько других менее примечательных плюшек от Google. А вообще на днях у нас выйдет большой, ну относительно большой курс по работе с Google Ads, Google рекламой. Курс рассчитан в первую очередь на НКО, то есть на работу по программе Google Grants. И если вы досмотрели до этого момента, значит вы представитель НКО, так что не пропустите. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.